На этой фотографии мне всего 16 лет. Я учащаяся Горьковского училища связи. Командир и старшина роты взводный поблажек не давали. Фронт с бойца по умению спросит. На распределении глаз на меня положил бравый авиатор. Будешь служить в ВВС. А я неожиданно заупрямилась. Хочу в кавалерию. В седле держалась, как заправский кавалерист. Вот когда пригодилось увлечение верховой ездой. Майор-кавалерист это услышал и говорит: «Я тебя, девчина, беру». Так я попала в 4-й гвардейский кубанский кавалерийский корпус, 9-ю гвардейскую дивизию, 32-й гвардейский полк. С боями прошла весь славный путь кубанского кавалерийского корпуса. От Кавказа до Праги. После тяжелого ранения в ногу я попала в Новосибирский госпиталь. А после выздоровления была направлена в Ленинградский военный округ. После войны окончила университет. Всю жизнь работала учителем. Софья Сергеевна Поварова награждена 2 медалями за отвагу, орденом Отечественной войны 1-й степени. Воспитала 3 детей, 5 внуков. Долгие годы возглавляла клуб «Боевые подруги» при Анапском городском совете ветеранов.